В середине ноября в Видном началась плановая замена лифтов в 16 многоквартирных домах города. Всего под замену идут 66 пассажирских и 3 грузовых лифта. Подрядчик этих работ фирма «Стартен», у которой заключен договор с фондом капитального ремонта Московской области. И в рамках этого контракта они выполняют данные работы. Данные работы выполняются за счет средств, которые жители платят по капитальному ремонту. Это 8 рублей 65 копеек с квадратного метра. В программу по замене лифтов попали дома по ПЛК, Жуковскому проезду, Лемешко, Школьной и Советской улицам. На все объекты было завезено оборудование, старые лифтовые кабины демонтируются, после чего начинается монтаж. Как правило, в каждом подъезде работают по 2 человека. В домах, где в подъезде предусмотрено 2 лифта, грузовой и пассажирский, замена происходит поочередно. В доме номер 70 по проспекту Ленинского комсомола лифты перевозили пассажиров уже 40 лет с момента постройки дома. За это время периодически проводился ремонт, но замена случилась только сейчас. Давно ждали, проходит все нормально достаточно. Вроде сказали, что в течение месяца сделают. Конечно, немного напрягает, что живу на 8 этаже, спускаться очень сложно. А так нет, в принципе, нормально все проходит. Быстренько ребята все разбирают, все делают. А так, в принципе, планово проходят работы. Не шумят, ничего, в порядке. Что нормально. Временные трудности пройдут, и уже скоро жители станут обладателями нового, современного, комфортного лифта. По контракту стандартная 9-этажка 55 дней, но подрядчик хочет успеть это сделать все до Нового года. По окончании работ подрядчик должен будет сдать лифты обслуживающей организации и управляющей компании. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.